God. Несмотря на такие маленькие размеры, это очень хитрое животное. Это первое из моих газелей. Это газель Thomson. Очень интересненькая, хорошенькая. Сложность ее добычи в том, что открытое пространство позволяет ей за нами наблюдать очень-очень издалека. И приблизиться на выстрел она просто не дает. При том, при всем, ее не очень много. И вот сейчас уже 6 часа вечера, мы за целый день с утра вот мы смогли добыть ее. Ну, трофей очень хороший, рога великолепные, вот, старый хороший самец с хорошими трофейными характеристиками. Это вот первая из моих газелей, одна из целей моего сафари. Thank you very much.